Телеканал СТВ «Камышин» и радиокомпания «Камышин ФМ» представляют. Дамы и господа, 15 февраля впервые в Камышине в ТДК «Дружба» состоится телевизионное развлекательное шоу «Любовь без правил». Шесть молодых пар в совершенно непредсказуемых и экстремальных конкурсах будут бороться за главный приз от телеканала СТВ «Камышин» – романтическое путешествие в Домбай на горнолыжный курорт. Специальные гости проекта, участники телевизионного шоу «Минута славы» на Первом канале, брейк-данс-группа «Just Name», официальные партнеры, группа компаний «Втормет Ресурсы», фирма «Аквастрой», салон модной женской одежды «Бестия», кредитно-потребительский кооператив «Честь», компьютерный сервисный центр «IT-департамент», свадебный салон «Лямур», ювелирный магазин «Изумруд», флористический салон «Мир цветов», сеть магазинов «Ягуар», технический гипермаркет «Профистрой», тату-студия «Каприз», магазин «Русский фейерверк», мебельный салон «Престиж», компания «Арифлейм». Ждем вас 15 февраля на телевизионное развлекательное шоу «Любовь без правил». Этой зимой будет жарко от 16 лет.